Боец BKFC Артем Лобов, который сегодня одержал победу негласным решением над Полом Малиняджи, сделал первое заявление после боя. «Горжусь тем, что стал первым русским и ирландским чемпионом BKFC. Теперь желаю стать чемпионом мира. Сегодня многое сложилось не так, как я ожидал. Он часто уходил назад, но мне удавалось доставать его. Я спарринговал с боксерами и был готов ко всему. У Поли неплохая защита, особенно в клинче. Доволен я итогом после всего, что он сделал и наговорил в мою сторону. Есть люди, которые после того, как наговорили всякого дерьма, не уходят на бой, а Поли вышел. Я всегда буду уважать бойца, чьи слова не разошлись с делом. Эту победу я посвящаю своему сыну и жене», – сказал Лобов. А экс-чемпион мира по боксу Пол Малиняджи также прокомментировал поражение в кулачном бою с Артемом Лобовым. «Многие люди из бокса отговаривали меня от этой идеи, но все равно кулачные бои – это крутой спорт. Наша история была спланирована, и мы подарили фанатам то, чего не хотели. Похоже, сегодня я сломал руку. Но зато мои зубы на месте. Нужно признать, что он попал по мне лишь одним чистым ударом. Думаю, на этом я завязываю с кулачными боями. Но это было весело», – сказал Малиняджи. Чемпион UFC двух весовых категорий Генри Сехуда воодушевлен сегодняшней победой Артема Лобова над Полом Малиняджи и у себя в Твиттере поинтересовался у фанатов, что они думают о его бое с Василием Ломаченко. Бывший боец UFC Артем Лобов одержал уверенную победу над бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиняджи. «Как вы думаете, что сделал бы олимпийский чемпион и чемпион UFC с Василием Ломаченко?» – написал Сехуда. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачи! Отличного дня и увидимся в следующих выпусках.